Чего тебе нужно? Мне? Ничего. А зачем же ты меня зовешь? А я тебя не зову. Это я просто лаю. Гав. А меня так зовут. Котенок Гав. Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Это очень плохо. Не годится котенку иметь такое имя. А какое имя годится иметь котенку? Самое подходящее имя для котенка – Пушок или Мурзик. А мне больше нравится Гав. Я бы не советовал котенку с таким именем Гав спускаться во двор. Котенка с таким именем во дворе ждут одни неприятности. А какие они, эти неприятности? А вот увидишь. Они меня ждут, эти неприятности. Я пошел. Много слева, много справа всяких неприятностей. Много неизвестностей и там, и тут. Где-то ждут котенка Гава неприятности. А зачем они его ждут? Раз, два, три, пять. Кто со мной играет в прятки, убегайте без оглядки. Я иду. Где же они, эти неприятности? Никого нет. Здравствуй! Ты, наверное, хочешь поиграть со мной? Что ж ты не отвечаешь? Давай я буду догонять, а ты убегать. А теперь я буду убегать, а ты догоняй. Не догнала, не догнала, не догнала. С кем это ты разговариваешь? С ней. Это твоя собственная тень. Она разговаривать не умеет. Не умеет, но она все понимает. А вот неприятностей нигде нет. Эй, ты! Малыш, иди-ка сюда. Здравствуйте. Как тебя зовут? Гав. Что? Гав. Гав? Гав, Гав. Гав, Гав. Ты еще дразнишься?
друг мой убедился, что во дворе тебя ждали одни неприятности. Нет, не убедился. Я их искал, искал, уже почти нашел, но меня собака прогнала. Поэтому и бояться неинтересно. Я лучше пойду и снова побоюсь на чердаке. Обедать? Нет, я еще не могу обедать, потому что я еще не завтракала. А хочешь, мы эту сосиску вместе съедим? Хочу. Только как же мы ее будем делить? Очень просто. Вот тут начало сосиски. Тут конец. А вот тут... середина. Я начну есть сосиску сначала, а ты с конца. Нет, лучше я сначала, а ты с конца. Встретимся на середине. Раз, два, три. Да. Что-то мы уж очень быстро встретились. А ты уверен, что середина сосиски была именно на этом месте? Теперь уже не важно. Все равно никаких других мест у сосиски не осталось. А я тебя не зову. Это я просто лаю. Гав. А меня так зовут. Котенок Гав.
котами. Щенки гоняются за котятами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь. Понятно тебе, друг мой? Нет, непонятно. Почему я должен все время гоняться за тобой? Так нечестно. Надо по очереди. Сначала я за тобой, ты за мной. Я за тобой, ты за мной. Ты за мной, я за тобой. Ты за мной, я за тобой. А я за тобой, ты за мной. Ты за мной, я за тобой. А я за тобой. Что творится? Что-то... Котенок гонится со щенком. Так не бывает. Когда я вырасту, мне тоже подарят намордник. А зачем он тебе? Чтобы я не кусался. А разве ты собираешься кусаться? Нет, не собираюсь. Ну, значит, и намордник тебе не нужен. А, это я пока маленький не собираюсь. А когда вырасту, может, мне и захочется. Гав, ты случайно не хочешь есть? Нет, спасибо, не хочу. Совсем-совсем не хочешь есть? Ни капельки. Тогда посмотри, пожалуйста, чтоб никто не утащил мою котлету. Угу. Я немножко поиграю во дворе, а потом приду и съем свою котлетку. Ладно? Ладно. Thank you.
Вот это. Гав, где моя котлета? Ты где оставил ее? Я ее спрятал. О, молодец. А вдруг ее кто-нибудь найдет? Нет, ее никто не найдет. Я ее очень хорошо спрятал. Да? А куда же ты ее спрятал? Вот сюда, в животик. Ух! А я тебя не зову. Да просто лаю. Гав. А меня так зовут. Котенок Гав. Как меня зовут, забыл. А как же ты теперь будешь? И не знаю. А я знаю. Пусть тебя кто-нибудь позовет, и ты сразу вспомнишь, как тебя зовут. Кот, черный кот, я
кошка, не кошка, кот, 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 кот. Кто вас сюда звал? Кто? Никто. Тогда вон отсюда! Брысь! Ой, 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 ой! Брысь! Ой, 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 ой! Брысь! Ой, 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 ой! Брысь! Брысь! Ой, 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 ой! Брысь! Ой, 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 ой! Брысь! 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 А ты говорил, что он меня позовет. Вот так позвал. Говорил. Вот! Вот кто тебя позовет! Почему это гости всегда приходят не вовремя? Пожалуйста, позовите его. Ну почему бы гостям не прийти на полчаса раньше? Ну пожалуйста. Или еще лучше, на полчаса позже. Приходят тут... Чего-чего? Что-что? Нет, вы гости. Ну что, представьте, как я ищал. А мы не гости. Мы гости. Нет, вы гости. Вы незваный, незваный. А вы его позовите. Позовите меня. Позовите. Нет. Ну, позовите меня. Ни за что, никогда. Позовите меня. Такого невоспитанного никогда. Нет, наверное, меня никто никогда никуда не позовет. Я останусь совсем-совсем без имени. А знаешь, какое у меня было хорошее имя? А какое оно у тебя было? А такое... Вот такое... Такое большое... И круглое. Круглое? Солнышко? Нет. Колесо? Что ты? Нет. Яичница. Какая яичница? Круглая. Нет, не яичница, не яичница. Шарик. Шарик. Слышишь? Слышу. Они кричат шарик. Шарик. Вспомнил, 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 вспомнил. Шарик. Это я. Скажи мне честно, я лопнул? Нет, ты не лопнул. Это ты хорошенечко посмотри, нигде не лопнул. Нигде, нигде не лопнул.
Они кричали, шарик лопнул. Так это не ты лопнул. Это лопнул тот шарик. Воздушный. Значит, я другой шарик. Другой. Целый шарик. Целый. И у меня теперь есть имя Шарик. Я Шарик. Ой, я Шарик. Оп, Шарик. А я тебя не зову. Это я просто лаю. Гав. А меня так зовут. Котенок Гав. Язык.
Вот она, крыша. Сколько здесь всего было, и счастья, и грусть, и надежды, и разочарования. Здесь прошла моя молодость. А куда она прошла? Кто она? Молодость? Ах ты, дитя. Что это? Это луна. Она, наверное, очень вкусная. Можно я ее лизну? Друг мой, это невозможно лизнуть луну. Ведь на самом деле ее нет. Смотри. Видишь, я ее не достал. Значит, ее нет. Она только кажется. Как она вкусно кажется. Это туча. Будет дождь. А дождь тоже кажется? Дождь не кажется, он есть. Давай, скорей, скорей. Ой, правда. Правда, дождь не кажется. Он есть, потому что он мокрый. Ой, мокрый. Пошли. Пошли. Вот она, луна. Это кажущееся отражение кажущейся луны. Вот. Все-таки она вкусная. Луна. Я ее лизну. И потому, значит, она есть. Ну, как успехи? Вот, смотри. Как он дрыг, так я прыг. И всегда ловлю. Но это же твой собственный хвост. И ты заранее знаешь, когда он дрыг. Потому и ловишь. Знаешь что? Он мой хвост, а я его котенок. Поэтому он тоже всегда заранее знает, когда я прыг. Ну-ну, желаю успеха. Тебе и твоему хвосту. Гав! Гав-гав! Чего? Выходи во двор. Поиграем. Не могу. Почему? Потому что сейчас будет конец. Температура по...
случилось? Что там у вас падает? Температура. Она действительно падает. Падает? Сейчас упадет. Ложись! Уже упала, а в кого попала? А села. Снежинки. Ничего, и это переживем. Снежинки. 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 Снежинки, снежинки, снежинки. Да, в такую погоду собака и от плохого хозяина не уйдет. В такую погоду без хозяина беда. А кто это хозяин? Хозяин? Хозяин это... да разве расскажешь? А где его взять, хозяина? А где они водятся, эти хозяины? Не хозяины, а хозяева. Вон там. Пошли! Эй, вы куда? Мы решили себя хозяином взять. Ну-ну. Поедет. Оно не поедет. Почему не поедет? Да потому что без колес. Ой. Ой-ой. Поехала! Ура! Интересно, как они сюда попали? Это он про нас? Хозяина у них нет. Ну, конечно, про нас. Они очень даже хорошие, просто замечательные. Ну, раз хозяина у них нет, значит, будут мои. Мы согласны. Выбирай. Гав, Гав, где ты? Не
Прощай, Гав. Прощай, Шарик. Чего это они, а? Расстаемся с тобой навсегда. Навеки. Да мы же в одном подъезде живем. Двери напротив. Поиграем во дворе, пока кто-нибудь из нас не вернется домой.